В центральном районе на пересечении улицы Комсомольской с Уссурийским бульваром велосипедистка при столкновении с колдиной повредила ногу. 27-летний автомобилист двигался со стороны улицы Ленина во втором ряду. Мужчина с 8-летним дорожным стажем остановился у пешеходного перехода и пропустил людей. Как только горожанин вновь приступил к движению, услышал удар в правый борт. Пропустил пешеходов, начал движение в левом ряду. Справа на велосипеде поехал. С велосипеда не спешилось, тормозной след видно. В заднюю правую дверь мне въехала. Удар нанесла велосипедистка 1987 года рождения. Девушка двигалась в сторону Амура и, по всей видимости, решила проскочить вслед за пешеходами. Судя по тормозному пути, оставленному двухколесным транспортом, скорость дама держала приличную. Хабаровчанка ударилась о борт иномарки и упала на асфальт. По словам автолюбителя, конфликта между участниками ДТП не было. Она сама вам жалуется, сказала? На боль в ноге. Она вам сказала, что извинилась или вас обвинила в ней? Нет, ничего не было. Перепалок не было. Общались, номерами обменялись. Спросил, что с ногой, отвозить или нет, скорую. Решили дождаться скорую, все, скорая приехала. Пострадавшую увезли на обследование в больницу. Прибывшим автоинспектором водитель «Тойоты» рассказал, что это его первое ДТП. Штрафы, вероятно, заплатят оба участника аварии. Автомобилист должен был предусмотреть появление человека на нерегулируемом пешеходном переходе. Велосипедистка, в свою очередь, должна была спешиться при пересечении дороги. Материалы дела сотрудники ДПС передадут дознавателю. С места происшествия Юлия Зима и Павел Рогатин.